Вот она, какая-то дверь спрятана. Ё-моё, подвал. А в подвале женщина живет? Девочка какая-нибудь, которая пропала, прикинь? И всем здравствуйте! Продолжаем играть в страшную игру. Почему я не могу дихлофос ничего сделать? Это игра от создателей Chaos Art, если вдруг кто-то забыл. Про девушку в сауне, в ванне, короче, ну вот это вот. У нас тут есть в комнате дырка, в которую я хочу посмотреть. Яблоко осталось одно. Волосы все растут. Ну, слушайте, вроде бы как без особых изменений, только яблок стало меньше. К нам священник пришел потрындеть. Здрасте. Варис, это ты? Ах, хвала богам. У меня есть очень важный разговор, касающийся вас напрямую. Вам, как можно скорее, необходимо посетить подвал в банях. Дверь находится прямо в бойлерной. Только прошу, постарайтесь не попасть на глаза хозяину. Спасибо большое. Спасибо за совет. А если я попадусь на глаза хозяина, то что? Ой, опять ты. Привет, удалось узнать что-то о моей сестре? Нет. Вот как, а может... Эй, а как тебя зовут? Ну, Майна. Майна, значит. Красивое имя. Ну ладно, увидимся. Угу. Выглядишь странно, брат. Очень странно. А это что, кто это? А это кто? Что за каратист? Вы кто такой? Эй, ответь на мои загадки. Первый вопрос. Какой человеческий орган похож на батат? По виду? Кишечник. Ты даже этого не знаешь. Никогда больше не ешь печеный батат. Ну почему? Похоже на желудок. И все это... Это все твои загадки? Ответь на мои загадки. Какой человеческий орган похож на батат? Ну, печень. Правильно. Батат очень похож на печень, будто ты ешь саму печень. Второй вопрос. Что из перечисленного можно съесть и при этом не умереть? Рыба фугу, росток батата, косточка вишни. Любой вариант ведет к смерти. Неправильно. Ну и дерьмо. Постыдилась бы. Подожди, ну печень. Ну давайте косточка батата, хорошо. К большому сожалению, ростки батата не могут убить человека. Третий вопрос. У какой еды есть глазки? Батата? Неплохо справляешься. Впечатляет. У батата и правда есть глазки. Четвертый вопрос. Однажды в деревню пришла молодая девушка. Она была неотразима и очень быстро обрела популярность в этой деревне. Один мужчина сразу же обратил на нее внимание и решил взять ее к себе на работу. Но вскоре другой мужчина увел эту девушку. Вопрос. Что же тогда с ней сделал первый мужчина? Ударил, запер, сжег, расчленил. Любопытно. Как думаешь, что из этого лучше? Подходим к концу. Последний вопрос. Что случится с тобой? Буду навечно сгореть заживо, будешь расчленять, тебя забью до смерти, утонешь, покончишь с собой. Наверное, я покончу... Попытаюсь, буду вот это... На этом игра заканчивается, пожалуй. Пойди и проверь, готов ли там батат в повозке. Ну, на. Ты что такое? Так много всякого дерьма мне тут дают. А что с этим дерьмом делать? А! Это было здесь? О! Вот куда вставляется вот эта штука. Так, а у меня всех этих нету. Штучек-дрючек. Прикинь. У меня всех этих штучек-дручек нету. Я даже не знаю, где их искать. Ладно, я пошла на работу. Здрасте. Яблоки. Тут закрыто. Что, нам через мужицкую идти, что ли? Номер 4.
три. Так, а подожди, а нахера? Ничего не понимаю. Что, серьезно, я здесь нигде не пройду? Увлекательный аттракцион, ёптать. А где вот эти вот остатки-то? Слушайте, мне кажется, нас дед заметит. Если он меня заметит. Я не хочу, чтобы меня заметил дед. Ой! У него там что-то между ножек. А, наверное, вот здесь нужно присесть. Ой, бляха. Бляха, я застряла. Я застряла. Я застряла. Я застряла. Дед, помоги, дед. Я застряла. Как я сюда залезла? Бляха, что делать? Я застряла. Помогите. Помогите, как отсюда выйти? Ну, писец. Что делать? Дед. Так, ну давайте попробуем, да. Ну а чё? Ну а что мне надо было сделать, понимаешь? Я ничего не могла с этим поделать. Мне пришлось начинать сначала. Да, жаль, конечно, этого добряка. Так больше в ту щелочку не залазим, окей? Подожди, ну как-то же я должна этого деда сраного выетовать. А, подожди. Я же в теории могу, наверное... Так. Ну чё, пошли посмотрим, что там за такая тайна. Так, где-то какая-то дверь. Они мне сказали. Так, а какая дверь-то? Какая дверь-то? Поняли? Вот она, какая-то дверь спрятана. Ё-моё, подвал. А в подвале женщина живет? Девочка какая-нибудь, которая пропала, прикинь? Ё-моё, как глубоко. Что нахрен вообще согласилась работать с этим дедом? Этот дед явно что-то темнит. Так, по-моему, все уже и уже становится. У вас нет такого ощущения? Прям... А тут есть вообще конец? А, есть. Реально. Какой ужасный запах. Неужели кого-то из их... Кто-то их использовал? Чего? Неужели кто-то их использовал? Сказать. Походу, здесь что-то есть. Где? Где что-то есть? Где? А, вот тут. И что? Ножницы.
Оно двигается прямо у меня в животе. Оно живет даже в такой обстановке. Я ни за что не позволю тебе умереть. Обещаю всегда тебя защищать, мое любимое дитя. Я очень постараюсь так, что ты постарайся хорошо. Прости, не позволю ему ничего с нами сделать. Короче, дед, походу, изнасиловал женщину. О, я слышу, он идет. Реально, дед... Ты? Ты все-таки явилась? Как-то раз хозяин бань влюбился в одну девушку и что-то ужаснее всего запер ее в этом самом подвале. В то время она была беременна, но он ничего не знал об этом. Она родила здесь двух близнецов, о чем никто не знал, и вскоре скончалась от потери крови. Ей было 24, прямо как тебе сейчас. Как только хозяин узнал об этом, его охватил ужас, и он обратился ко мне. Я дал этим близнецам имена Тору и Эрона, и отдал их в детский дом. Девушку, которая здесь родила, а после умерла, звали Йока. Теперь же ее дети вернулись обратно. Неужели это я? Ты так сильно выросла, Эрена. Это твое настоящее имя. Мне следовало сказать тебе раньше. Как только я увидел тебя за работой, я сразу все понял. А что до Йока, твоя мать превратилась в Убумы и начала преследовать хозяина. Чтобы остановить проклятие, дитя Убумы нужно сжечь в том же возрасте, в каком была мать на момент смерти. Именно в этом заключается план хозяина. Чтобы снять проклятие, я связался с твоим братом Тору. Он согласился на это сам, поэтому тебе не нужно будет приносить себя в жертву. Но все же, тебе лучше бежать, пока хозяин тебя не поймал. Спасибо. Ёптать. Вот это прикол. Прикинь. Моя мать — это этот демон. Слушай, ну она меня тогда не обидит, это же моя мама. Блин, ну жутковатая история, прикинь. Вот дед козел. Из-за него, считай, блин, столько жизни похерено. Сейчас меня поймают. Но мама же меня не будет обижать. Это же моя мама. Мама. Мама, это ты? Мама. Но это моя мама, она мне поможет. Ничего не будет такого со мной делать. Правильно? Мам, давай я не буду твоим пельмешком. Господи. Это что, священник меня что ли утрындил? Ну вообще, ну что за прикол? За что? Чиназас. Это мама моя? Таймер какой-то. За таймер, блядь. Что? И чё? Чё надо делать-то? Мне надо тереть какие-то символы. Мать, ты вообще нормальная? Мы же с тобой дружили, мам. Что за бред? И чё? Чё за бред? Какого хрена? И чё? Это вообще нормально? Все, приехали. Все?
Мое время кончилось, нет? Что происходит, внимание? Мы, по-моему, с тобой должны быть на одной волне, нет? А ты мне тут подкидываешь говна какого-то. Что за бред? Зачем? И что это за сакральный смысл вот этого всего? Я не понимаю. Зачем мы моем баньку? Банька, парилка, водка и пивас, полный расколбасную. А. Теперь с водичкой. Ты чё? Маман. Чё она хочет от меня, не пойму. 16 секунд. Блин, ну я не знаю, я вроде бы всё сделала как надо. Я старалась отмывать. Может, надо было наоборот не убирать, чтобы мать проникла, типа. Ну. Ты чё? Где? Что за бред? Может, пусть бы вылезла? Типа, по факту, пусть вылазит. Мне не жалко. Но она реально, она пытается, по-моему, вылезти. Надо ей помочь вылезти. Да, мам? С, изменить температуру. А, прям так? Серьезно? Интересно. Прикинь, на каждого еще свое. Понимаю я. Так, братан, не лезь сюда. В рот мне ноги, руки в ног. Я вон вижу, что там на потолке происходит. Блин, ну она же моя мама. Она меня должна поддерживать. О. Ладно. Ой, ёб твою мать, ты чё делаешь, дура? И чё, она меня утопила, что ли? Нормально, там на меня накинулась. Просто решила на меня накинуть. А, всё, я опять в ванной. А, это меня топили, короче, да? Добежать до квартиры. Серьёзно? Слушай, за мной дед бежит, это нормально? Блин, за мной реально бежит дед. А он не сможет войти? Что делать? Дома никого нет. Нет, 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 нет. Мама, помоги, мама. Мама. Что за звук происходит? О! Давай, пожалуйста, помоги мне. Давай. Давай, 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 помоги мне. Мама. Мама, спасибо. Мама! Хорошая мать.
Мама. Мама. Мама, он зашел. Нет, мама. Твою мать, и чё? А что он со мной делает? Мама, помоги мне, мать! Нет, а чё, она не хочет мне помочь? Да. Прекрасное семейство. Ну, и типа никто из соседей, да, мне помочь не хочет. Соседи такие, а, ну ладно, пусть тот дед развлекается. Серьезно, блин? Мне никто не будет помогать, нет? Как-то может вырваться, нет? Блин, ну тоже, блин, мамашка. Могла бы как-то помочь, но прятаться мне было негде на самом деле. И магазинчик закрыт. Он меня в баню, да, опять тащит? Он меня сейчас, наверное, на цепь посадит. Ну, я ничего не могу делать. Я могу только вот так вот смотреть по сторонам. Такое, ой, красивое небо. В последний раз на него посмотрю. Да, мусор даже он кто-то вывез заботливо. Ну да. Он тащит меня в баньку. Я думаю, в подвал. Вот и сказочки конец. Нам пришел большой кобздец. Дед, может быть, сначала меня попробуешь помыть? Там, потереть, там за губкой сходишь. Вдруг губки-то нету. Вот. Ну фига я вообще деду? У деда там уже писька не стоит. Но, видать, я ему зачем-то нужна. Ну да, да. Или он меня хочет сжечь? Он меня хочет сжечь. Да ты офигел, не надо меня сжечь. Ты серьезно? Что, он меня сожжет? Это увлекательный аттракцион. Подожди, а как я должна была спасаться? Типа как? Все, концовочку получили? Вот такая вот. Слушайте, ну вот такая вот концовка у нас тут получилась. Я, конечно, начала работать совсем недавно, но я больше так не могу, я хочу уволиться. А, ну тут можно несколько концовок, да, сделать? Снова хозяин, я больше не хочу с ним разговаривать. Ну, тогда давайте так с вами договоримся. Если вам понравится, мы посмотрим с вами в следующей серии другие концовки, окей? И подумаем, что можно сделать, чтобы вот это вот все допройти. Вот, так что спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на каналчик. Мы с вами скоро увидимся. Всем пока.